10 лет гарантии, 800 оборотов. Подключение машинки. Вот такая система. Сама машинка инверторная. Так, ну и здесь вот здесь комплект. Идут заглушки какие-то, ключ какой-то, шланг на подачу воды холодной. На одной стороне шланга вот такое соединение, то есть это прикрепляется к машинке. Вот, ну по-старому резьба 3/4. Проверяем, прокладка есть нормально. Вот сюда она вставляется. Здесь у нас типа фильтр еще стоит. Если когда засорится, надо будет это дело смотреть. Вот и аккуратненько его одеваем. Раз. Резьбу нащупали. С этой стороны шланги тоже стоит вот этот фильтр. То есть, когда воды не будет, надо будет этот фильтр снять. И прокладочка есть, смотрим, есть. Теперь у нас оно не хватает вот туда вот. Нам надо нарастить и поставить здесь кран. Вот что мы имеем. Мы, значит, купили вот такую бидо переходник и вкручиваем сюда. Здесь у нас прокладка есть, а здесь у нас она как раз прокладка. Сюда мы поставим кран вот такой, но так как здесь прокладок нет и они не предусмотрены, сюда надо будет функу намотать и закрутить. Берем вот такую фумочку. Наматываем сюда вот это бидон. Вот так вот. Желательно вот так вот в эту сторону его крутить. То есть как закручиваем. Так вот, а лишнее потом у нас отскочит. Здесь чуть потолще. Есть. Отрываем и закручиваем сюда. Опаньки. Нормально подмотали. Ну потом ключом здесь стянем. Так, теперь нам надо нарастить, удлинить вот эту беду. Значит, здесь тоже прокладки нет. Фумочкой можно, но можно прокладку здесь можно было поставить, почему-то ее не взяли мы. Желательно даже лучше, потому что там видят такое плоское место, на которое прокладка как раз хорошо легла бы. Подматываем здесь. Потолще есть и вкручиваем сюда вот таким вот образом. И ключиками потом поддаем. Все, шланг мы нарастили. Теперь у нас вполне хватает в тот стык. Там мы разберем, один тройник уберем, эту раковину старую убираем. Вместе с этим самым со смесителем ставим новую раковину и все это дело в этом узлу подключаем. Так, сброс воды в канализацию. Вот она шланга. Не хватало этой шланги. Значит, мы докупили еще вот такую шлангочку. Вот такой кусочек. Вот здесь такой, значит, у нас выход. И здесь соединили вот ее. То есть на удлинение. Вот теперь у нас она полна, вполне хватает до слива. Но здесь надо будет тройник приставить, раз у нас идет от кухни вот эта беда сюда сливается и с этой самой с машинки. А здесь надо тройник ставить, который мы и купили. Вот он. Проверяем тройник. Резинки уплотнительные есть, резинка уплотнительная есть. Здесь нам не надо, потому что там у нас есть уплотнительная резинка. Мы здесь элементарно эту трубочку мы вытаскиваем. Это у нас она заменится. Вот этот тройничок ставим туда.